Всем привет, с вами снова Пушистый Биткоин, и сегодня мы поговорим о проекте под названием Bob's Repair. Это платформа, которая будет связана с наймом строителей или любых служб по ремонту в доме. Миссия создания данной платформы – это основание децентрализованного ресурса, который будет пользоваться доверием за счет реальных цен и отсутствия мошенников для потребителей. И кроме того, на платформе будут использоваться смарт-контракт, Steam блокчейн, прозрачное ценообразование и использование блокчейна во всех транзакциях. У создателей платформы уже есть определенный 3-летний опыт работы в этой сфере. Они получили транзакции более чем на $1 миллион, а приняли и обработали более 50 тысяч звонков, поэтому они имеют навыки высокого уровня в данной сфере. И еще хочется отметить тот момент, что на данный момент длится этап пресейла, и уже собрано 72% от pre-ICO hardcap, который составляет 6000 эфириума. Pre-ICO началось еще 4 января, и продлится оно до 4 февраля. Или же закончится немного ранее, если будет достигнута цель в 6000 эфириум. Итак, идем с вами дальше. Предлагаю рассмотреть для начала проблемы, которые возникают и которые хочет решить данный проект. Итак, во-первых, в данной сфере есть мошенники, особенно в различных онлайн-сервисах. Мошенничество происходит в несколько способов. Один из них – это создание неправдивых рейтингов компаний, когда они опубликуют заказные отзывы или же поднимают общую оценку сайта с привлечением сторонних ресурсов, которые работают за деньги. Из-за создания фейковых рейтингов и комментариев потребители не могут понять, кто действительно хорошо работает, а кто обманщик. И как раз решение данных проблем будет воплощено на платформе Bob's Repair таким вот образом. Во-первых, оставлять комментарии про компании подрядчиков можно будет лишь после того, как вы получите какие-либо услуги от них и совершите транзакцию в их пользу за полученные услуги. И таким образом отзывы будут настоящими, и потребители смогут легко определить, какого мастера действительно стоит выбирать. Во-вторых, на платформе не нужно будет платить за рекламу, а значит, эти траты не пойдут в контракты за работу. И в-третьих, на платформе будут реальные цены, которые вы сможете сравнить между разными представителями. Таким вот образом, нанять работников, получить услуги и совершить оплату будет намного проще, дешевле и прозрачнее, чем где-либо. Что касается токенов компании, называться они будут Bob токены. Всего планируется сгенерировать 360 миллионов токенов, а продать 180 миллионов токенов. И такая цель – собрать хардкап, который составит 30 тысяч эфириума. От общей суммы сгенерированных токенов 50% пойдут на продажу, 20% пойдет команде и 10% на юридические и прочие издержки. И 20% пойдет в резерв. Здесь мы видим принимаемые валюты. И также хочется отметить, что держатели токенов будут получать 50% дохода от сделок на платформе. Использованные токены будут сжигаться, и при этом каждый квартал будут генерироваться новые токены для того, чтобы заполнить пробелы. Платформа еще дорабатывается. Окончательная доработка платформы планируется на второй квартал 2018 года. Третий квартал запустит предпринимателей и клиентов к платформе, а в четвертом квартале уже будет окончательный запуск платформы. Я рекомендую вам также ознакомиться с видеообзором, он довольно-таки интересный, и можно легко понять, как это все будет происходить. Ну и, в общем-то, можно подытожить и сказать, что Bob's Repair поможет нам сэкономить много денег и сделать действительно легкими все наши строительные работы.
так как, в принципе, мы уже будем знать, будем уверены, где искать подрядчиков, работников, которые уж наверняка являются опытными работниками, знающими свое дело. А работники, в свою очередь, будут знать, что им точно заплатят и оставят о них хороший отзыв. И помимо этого, токен компании хотят поделить на 18 частей, следовательно, можно предвидеть в будущем его рост. Так что, в принципе, вложение в данный проект должно быть выгодным. Напоминаю, что вы уже сейчас можете присоединиться к пресейлу и далее, когда начнется основной этап ICO, присоединиться к нему, если вы не успеете на пресейле. Но опять же напоминаю, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение и решать только вам. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравился мой видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Желаю вам хороших инвестиций и заработков. Всем пока!